учеником Бачаева является? Да, Ахмеда Бачаева. А я все не могу. Ему 24 года. Рост 170 сантиметров, вес 65,1 килограмма. В его активе одна победа при одном поражении. Его стиль — вольная борьба, представляющий игру клан воинов из Карачаева-Черкесии Мухама Башаев! Его соперник бьется в красном углу клетки. Бойцу 25 лет, рост 170 сантиметра, вес 65,2 килограмма. Профессиональный рекорд — 2 победы и ни одного поражения. Его стиль — также вольная борьба, представляющий бойцовский клуб «Ахмад Чеченская Республика» Саламбек Элимшанов. Рефери поединка РПН Аранян. Бойцы на середину. Джентльмены, внимательно слушаем мою команду по затылку. За ночью его ребьем, за сетку, шорты, перчатки не хватает. Честно, красиво. Саламбек, когда выиграл отборочное зональное первенство чемпионата России по СБЕ, как он выступил на общей России? Тогда в призеры не попал, к сожалению, Судья. Саламбек. Судья, финалист. Я не помню стадии финалов, но в стадии турнира. Но он является мастером спорта. Он выступал и на всероссийском турнире. Он проходил определенные стадии на разных турнирах. Ну, безусловно, боец очень хорошего уровня, с хорошей базой. Впрочем, как и его соперник, да. Соперник тоже очень много выступал по любителям. Он является победителем национальных чемпионатов по разным видам спорта. Национальных, вернее, республиканских чемпионатов. Левша Саламбек. И начинает он в атаке. И удары. С рук. Очень узко держит предплечье и локти. Ну и насколько по нарастающей, да, идут поединки, уровень соперников. Да, все так и есть. Саламбек сейчас опять выпускает удар с левой руки и достигает цели. Внутренний лоу-кик от Саламбека. И немного он промазал, тем самым нанеся удар в паховую область. Но это абсолютно точно делал он не специально. Но, конечно же, при этом нарушение правил существует. Здесь устную информацию дает об этом рефери этого поединка Армен Ананян. Ну и при этом, конечно же, он дал возможность восстановиться бойцу, который пропустил туда удар. А мы знаем, по правилам, эта возможность может даже длиться до 5 минут. Ну и качественно сложно, да, бойцы для этой весовой категории, для 66, мощные ребята. Видно, что подходит очень качественно к весосгонке. Да, действительно, прокачаны, хорошо, грамотно сгоняют, мышцы при этом не сжигают. Интересная пара. Ну и видим, что сейчас пока не так много результативных действий. Вот сейчас обмен. С левой руки сейчас опять попытался поймать своего оппонента. И опять попадает. Попадает Саламбек очень жестко. Нам скажу, что все ученики Ахмеда Бачаева, это уже, знаете, вот если они выходцы из школы Ахмеда Бачаева, то это уже определенный знак качества. Ну, в первую очередь, да, и посмотрите, как ожесточенно сходятся. Не хватает точности, конечно, ударом, но желание есть. В первую очередь это связано с тем, что Ахмед Бачаев является президентом Федерации смешанного боевого единоборства Чеченской Республики, и поэтому он постоянно обкатывает своих соперников, своих подопечных на любительских соревнованиях. И, конечно, это дает им возможность рост. Да, они растут, даже не проводя профессиональных боев, они растут именно в любительских соревнованиях. Да, опять готовил сейчас Саламбек ту самую атаку с рук. Сейчас сам пропустил Саламбек. Пошел он неподготовленно в атаку и не видел навстречу, как выбрасывал удары его оппонент. Довольно-таки, да, прямолинейно пошел сейчас Саламбек вперед. И два базовых вольника не спешат переходить к борьбе.
Они предпочитают пока обмениваться ударами стойки. И вот сейчас очередной обмен мы видим с вами. И есть первый тейкдаун. Сам ошибается Пашаев. Почему? Потому что все-таки исполнение подобного технического действия, вертушка, удар копытом или бэк-кик, ну, конечно же, его нельзя так исполнять, потому что ты даешь шанс, особенно базовому вольнику, ну, просто тебя схватить и бросить спокойно, кем бы ты ни был в базе также. А мы знаем, что эти двое спортсменов являются базовыми вольниками. Ну и сам ошибясь, по сути, Пашаев завел себя в угол, из которого нужно будет выходить. А этот угол, конечно, неприятное положение. Тогда он был за его соперником Саламбеком. Но и достаточно с честью вышел из этого положения Пашаев. И сейчас на выходе попадает, да, на выходе попал с правой руки Пашаев. И почувствовал, что попал. Знаете, сразу же пошел вперед и попятился назад Саламбек от пропущенного тяжелого удара справа. Да, действительно, очень тяжелое попадание было. И сам отвечает Саламбек, но не так жестко, конечно. Пока пытается он прийти в себя. Опять готов свой почтальон. Правый, правый, левый. Раз за разом выпускает эти удары с рук Саламбек. Но в последнее время он начал мазать и промахиваться все больше и чаще. И сейчас пропускает. Здорово сдваивал сейчас. Нога, рука. Пашаев великолепно попадает этот спортсмен. Хороший middle kick от Саламбека. Да, изливший. Является, по сути, базовым левшой. Саутпо, так называемым. Термин на английском языке. Так звучит. Хороший первый раунд мы с вами увидели. Классный бой, очень конкурентный и бескомпромиссный. И при этом обмен любезностями, что особенно всегда нравится, да, вот, зрителям. Да, вот мы видим повторы. В начале раунда, как показалось, наверное, оно так и было. Удачнее был Элимханов, но потом, особенно после этого тейкдауна, казалось бы, на выходе пропустил тот самый тяжелый удар, конечно. Концовку отдал. Та самая ошибка Пашаева, которая привела вот к тейкдауну. Да. Вот здесь справа. Вот знаете, как даже чуть-чуть повело Саламбека от этого пропущенного удара. Ну и здесь рядом и Мансур Витаев, и Хасан Магомадов. Это одна команда, это филиал клуба «Ахмат» в Грозном. Ученики Ахмеда Бачаева, все они здесь рядом. И Зураб Бетергараев также был. Зураб Бетергараев уже новоспеченный тренер. Да, новоявленный тренер клуба «Ахмат», который недавно завершил карьеру в качестве профессионального бойца. Напомню, Зураб мастер спорта по нескольким видам единоборств. По боксу, по рукопашному бою, нескольких видов. Парень, конечно, действительно шикарную карьеру в любителях особенно построил. Ну и в профессионалах были яркие победы. Но он был вынужден закончить свою профессиональную карьеру. И сейчас и вот посмотрите, стал работать почтальон, да. Да, и почтальон все время в исполнении Саламбека. По-боксерски так действует. Но все время одно и то же. Это может и привести к пропущенному удару и навстречу, либо в ответной форме. Если его соперник прочитает, то может воспользоваться вот одними и теми же действиями ударной техники, которые исполняет Саламбек. Да, и видно, что Саламбек заряжает еще всегда под левую руку. Не хватает вот передней правой руки. Более ее разнообразить, конечно, необходимо. И сделать ее также сокрушительной. Вот, да, навстречу, но не точно пока приходит. Мимо цели удары были. И смещается. Сейчас тактически было верно Саламбеком. Он должен заходить за ногу своего соперника правши. И он должен начинать атаку. Если левша не будет начинать атаку, то будут проблемы у него возникать. Здесь бэкфист. Неожиданный. Бэкфиста. И нестандартно от Пашаева. И внутренний лоу-кик. Но Пашаеву не хватает атаки как раз начинать с правой руки, с правой ноги. Он должен это делать.
он где-то иногда затягивает собственную атаку и действует почему-то одиночно с левой. И вот навстречу попытался пробить Пашаев. Попытка тейкдауна от Саламбека Элимханова. Прижимает он соперника к сетке, но отходят. Оба сейчас сетки, становятся давайте в позицию греко-римских борцов. Клинч. Очень тяжело провести тейкдаун, когда соперник также базовый борец. Борец хорошего уровня, что мы видим. Оба хорошего уровня борцы. Поэтому тут на нет все сходит, все попытки их сходят. Да, верно. И кроме часто, той одной, да, ошибки. Часто такие поединки превращаются в очень хорошую качественную рубку. Но вот и здесь пока мы этого не видим. Где-то паузу ловят оба бойца, когда подводят своего оппонента к нанесению решающих ударов. Ну, мне кажется, еще Саламбеку разнообразия не хватает ударной техники. Это уже нарабатывается, естественно, все во время тренировочного процесса. А так у него есть очень жесткий тяжелый удар с левой руки. Это мы заметили уже. Вот, а вот здесь здорово. Попадает, да. Первый раз он перевел через левую на правую руку и попал, Пашаев. Какой обмен ударами, посмотрите. Мы ждем мы вот этой рубки, о которой сейчас буквально 30 секунд назад мы заговорили, и парни как будто нас услышали. Через ударку попытался раскрыть соперника Саламбек и провести тот самый тейкдаун. И обратите внимание, я уже к Саламбеку обращаюсь, своему коллеге и другу, и брату. Я вам скажу, что первый раз Саламбек начал атаку за весь поединок через левую на правую. Всегда его были атаки наоборот. Акцент на левую руку. Вы заметили этот момент? Если честно, не заметил, Максим, но я всегда полагаюсь в таких моментах на вас. Действительно. И первый вот раз. Сейчас, да, слева попадает Саламбек, вы увидели. Очень жестко попал он. Да, вот когда он начинает скрывать через левую руку, работая по туловищу, как заправский левша, и на правую выводить, вот здесь он становится опаснее. И намного. Вот, пожалуйста, попытка тейкдауна, и есть тейкдаун, проводит его Саламбек Элимханов. Все-таки настойчив Элимханов в своем желании провести тейкдаун. Он пытался раскрывать, снова попытка за попыткой. И здесь он оказывается еще не совсем сверху, но тейкдаун есть. Надо заходить за ноги и при этом не дать себя перевернуть. Знаете, Асламбек, еще раз отмечу, что эти два парня как классно физически готовы. Два атлета. И потрясающе прокачаны. И такая еще у них динамическая сила существует. Эти ребята еще и могут взорваться. И при этом физика, конечно, великолепная. И оказывается в позиции бокового контроля Саламбек Элимханов. Остается 20 секунд до конца этого раунда. Сайд-контроль-то очень удобный для Саламбека. И все есть у Саламбека для того, чтобы развить успех в этом положении. Да, вытаскивает голову Элимханов. Остается меньше 10 секунд. И Саламбек будет завершать этот раунд собственной атаки. Второй раунд у нас завершается. Две пятиминутки позади. Прекрасный бой мы с вами смотрим, уважаемые друзья. Классные бойцы полулегкой весовой категории. Саламбек Элимханов и Мухаммад Пашаев. Дмитрий, как он активно сейчас работал своим подопечным. Он говорит Пашаеву Мухаммаду: поднимайся быстро, ты не в своем углу. Ты должен перейти и давай включайся. Опытный Дмитрий Коробейников.
буквально 10 секунд. И начинать атаки самому, как вы отметили. Да. Много бездействует. Мухаммад Пашаев, он работает вторым номером, и при этом не всегда ему удается встретить соперника. Да, если он отдаст пространство левше, который еще будет активен и будет точен, а сейчас это делает Саламбек, то будет проблема. Кстати, сейчас прыжковое колено пробует Мухаммад. И сейчас с опущенных рук пошел вперед. Так уверенно Мухаммад Пашаев. И вот первый раз, знаете, опуская руки, он идет вперед. И Саламбек смещается только в сторону, без ударов. В очередной раз ловлю себя на мысли, какие же хорошие физические данные у обоих бойцов для этой категории. Кто его знает, может, это будущие звезды этого веса. Да, если эти парни будут дальше совершенствоваться. Оу, слева. Здорово сейчас Саламбек поймал Мухаммада Пашаева. И причем через правую руку он выбросил классическую такую, но она не совсем классическая двойка была, правым таким полубоковым с передней действовал. И потом с левой донес до цели этот удар Саламбек. Великолепно. Активизировались бойцы, уже третий раунд. Понимают они, что это, вероятно, решающая пятиминутка. Ну а что нужно надо отметить, забирать ее. У Мухаммада Пашаева есть такой термин — держалка очень крепкая. Вы посмотрите, он пропустил с левой руки, настолько глухой, жесткий удар. Еще раз слева попадает. Смотрите, как держит эти удары, пропущенные Мухаммад Пашаев. Вы обратили внимание на этот момент? Да, да, Максим, действительно. Очень хорошо держит удары. И сам колено успевает воткнуть. Когда Саламбек так чуть-чуть завис в собственной атаке. Очень интересный бой мы с вами наблюдаем, дорогие друзья. И в течение всех трех раундов он очень конкурентен. Каждый эпизод этого боя, я бы сказал, наверное, да, конкурентен, Максим. Насколько же бойцы стоят друг друга. И запрещающий удар, запрещенный удар со стороны Мухаммада Пашаева. Нельзя бить так, отвечает Ананян, рефери этого боя. 2,5 минуты тем временем у нас до конца этого раунда, ну и до конца поединка. Третья пятиминутка. Здорово атаку начинает Саламбек. Правым сбоку чуть скачки и левый лоу-кик туда вдогонку. Такая кикбоксерская комбинация, но она очень эффективна именно в этом эпизоде. Мухаммад Пашаев почему-то не отвечает. С передней руки начал атаку Пашаев, но одиночный джеб выбросил. Еще вот сейчас, уже, а вот сейчас Мухаммад классный удар попадает. Полупрямой, полуснизу. Такой классический из боксерского. О, сейчас навстречу. Пропускает. Мухаммад левой рукой попадает навстречу. Жестко попадает он сейчас по Саламбеку. Сразу же Саламбек попятился назад. И проход в одну ногу. Осуществили бросок. Ну, прекрасно действует Мухаммад Пашаев. Очень ярко. Очень ярко, акробатическую такую технику исполнил. Мухаммад. И левый какой мидлки. Попечень жестко сейчас попал. Саламбек очень жестко попал. Еще по раз туда. Еще раз. И попытка тейкдауна. Терпит по себе эти удары, дважды пропустив. Правый проводит тейкдаун Саламбек Алимханов. Вот это бой, бой мы с вами видим. Это бой мы с вами смотрим, уважаемые супер друзья. Супер. Для поединок молодых парней в этом и самом дивизионе это, конечно, дорогого стоит. Они действительно от этого поединка оба приобретут. И никто, даже если будет, естественно, здесь проигравший и победитель, ни победитель и ни проигравший не потеряют от этого ничего. Только приобретут. Так оно и есть, Максим. И как же перестроился Саламбек Алимханов. Пропустить очень-очень жесткий удар. В начале, вернее, в предыдущем эпизоде, казалось бы, уже Мухаммад Пашаев переломил ход встречи. Потом два просто мощнейших мидл-кика и тейкдаун. И вот сейчас практически первый, кстати, что происходит сейчас. Пытается подняться Мухаммад Пашаев, но продолжает контролировать Алимханов, своего соперника, уже из последних сил. Видим мы и кровь. Капа выпала у Мухаммада Пашаева. Тем временем 20 секунд до конца этого боя. Забирает концовку Саламбек Алимханов. В позиции халфгарда он находится сейчас. Проводит добивание. Да, и включает активность. Максимально да. Грамотно он действует, в том числе для того, чтобы судей убедить
в собственном преимуществе. Поединок завершается. Это прекрасный бой. Да, под аплодисменты. Под аплодисменты всех. Эти парни отвоевали. Действительно. Браво, браво, скажем мы. Это был очень качественный поединок, уважаемые друзья. И я надеюсь, что вы с нами согласитесь. Поистине сражение получилось. И посмотрите, как уходит здесь Мухаммад Пашаев. Очень ярко. Классный бой, вот такие бои, они и делают знак качества лиги. Знак качества лиги и в том числе эмоциональный фон они поднимают максимально. Согласны вы с вами? Ждем сейчас уже официального решения судей. Хороший бой заходили, молодцы. Действительно потрясающий поединок мы с вами наблюдали, дорогие друзья. Я думаю, что хотели бы многие еще увидеть, может быть, даже матч-реванш этих двух оппонентов. По завершении боя обратимся к судейским запискам. Итак, 29-28. Хотя мы знаем, что для молодых такие матчи-реванши не проводятся. Таким образом, большинство судейских голосов... Один судья ничего. Да, 29-28. Саламбек Элимханова! Поздравляем Саламбека Элимханова, ну и, конечно, Мухаммада Пашаева с этим прекрасным боем. Это действительно был супер бой, очень яркий.